Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Ну что же, Эль Прима у меня, как всегда, готов. Захват кристаллов, студеная пещера, поехали. Ох, давненько, ребята, я не играл. Так что не обессудьте, если будем здесь тупить. Ну, постараемся как-нибудь без этого. Так. Слушайте, сейчас на дворе ночь, все люди спят, а я эмоциональный, вы знаете, я могу тут и поорать. Так что надо аккуратненько, шепотом. Иди сюда, куда побежал? Эй, молодцы, завалили. Так, тихо, у меня мало хп. Надо восстановить здоровье. Ну что, мы пока ведем, все отлично. Ну иди сюда, Тина. Мне это не нравится. Ой, как не нравится. А ну-ка, хопа. Пока, родная. Достоялась там. Так, ждем, ребят. А что, у меня всего один кристалл, что ли, в руках? Ууу, хреновенько это, иди сюда. Минус еще один. Так, этих нужно брать, как говорится, в оборот. Шикарно. Так, ну что, ребята, берем последний кристалл, и отсчет у нас времени пошел. Так, давай, иди сюда. Шелли. Нормуль, все у нас под контролем. Так, отходим, ребята, отходим. Будем здесь ждать. Лишь бы не завалили там. Все, отлично, ребята. Победа за нами. Ну, естественно, Рэйчик, звездный герой, как всегда. Так, звездный жетон. Вау. Вот это уже другой разговор. Вот это мне уже нравится. Так, играть снова. Давай. Ай, они вышли. Сейчас у меня будет совсем другая команда, к сожалению. Так, Тина и я. Блин, ну как-то не айс, если честно. Ладно, будем бомбить. Ага, все, я понял. Мне, как говорится, подсветили этих врагов. И мы их всех расколбасили. Так, я не понял, Шелли, ты что тут при... Опачки! Вы увидели, что сейчас произошло? Меня Шелли убила. Да, Эль Прима, я понимаю, что ты злой. Очень злой. Давай. Есть, добили. Тихо, Шелли, не надо там выделываться, пожалуйста. Мне и так хорошо. Я вот здесь спрячусь, буду ждать. Меня не видно, надеюсь. Так, пускай идет сюда. А теперь я выхожу и... Бумс! Готов, Эль Прима. Ну, я имею в виду вражеский. Так, вот тут у нас Шелли, тут Тина. Так, нормуль, пока все хорошо. Блин, опять у меня в руках всего лишь один кристалл. Что-то как-то не айс. Так, отсчет времени. А, у нас на руках 10 гемов. Ладно, главное, чтобы никого не убили. Ну, секунды последние. Да, ну здесь, ребят, я плохо сыграл, практически никого не смог убить. Но, тем не менее, все у нас хорошо. Ну что, давайте, наверное, попробуем с вами другой режимчик, да? Выйти. Так, Илюша, приглашение в команду. Принять. Блин, Илюха, ну зачем ты взял этого, а? Выбирай... А, вот. Вот. Выбирай лучше кого-нибудь другого. Давай лучше хорошего стрелка возьми. Так, Ицбон. Пригласить. Придет, нет? Во, ну, блин. Ладно, пускай так будет. Ицбон, я так понимаю, не хочет к нам идти. Тогда поехали. Я готов лично. Хотел немножко другой режим поиграть, но раз уж с подписчиком так уж и быть, поиграем. Можно, как говорится, себе позволить. Так, кто у нас тут? Илюша, Лоррей и, соответственно, блин, тут тупик. Ага, Лоррей, это у нас Шелли. Стоп, ребят. О, круто здесь, очень круто. Тихо, у меня мало здоровья. Блин. Слушайте, по-моему, тут очень серьезный враг у нас. Очень серьезный. Я с таким встречался, особенно вот этот вот, который... Да. Так, тихо. Тина, иди сюда, блин. Меня ребята развели здесь. Просто развели. Шелли, ё-моё. Команда у нас, ребята, не собранная. В плане стрелки все хорошо, но
У них враг сильнее. Вот этот вот чувачок сейчас будет моим. Я должен, что... надеюсь, что он будет моим. Так куда ты, здоровья уже нету, ё-моё. Что у нас там по кристаллам? Фигово все. Очень все у нас фигово. Слушай, я не могу понять. Я смотрю вообще на другого. На Илюшу смотрю, блин. Ну что, им еще один гем и все, ребята. Так, давай этого хотя бы запинаем одного. Отлично. Блин, надо бомбить вот этого особенно. Давай, 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 давай. Все, шикарно. Блин, и у меня опять забрали мои родные гемики. Ладно, двигаемся дальше. Пойдемте попробуем. Проблема вся в том, что тут еще какая-то пушка стоит. Ну, куда ты там бежишь? Расстреляет? Ай-яй-яй. А мои где-то там непонятно бегают. Ладно, ребят, тут мы слились. Вот как только начинаешь играть с подписчиками, да, вот я заметил, почему-то игра сразу не задается. Я не то что говорю, что они плохо играют, но просто вот действительно как-то не задается игра на самом деле. Ой-ой-ой-ой, все, ребят, последние секунды, идет отсчет. Здесь я сливаюсь, как последнее ничтожество. Ну да ладно, фиг с ним. Попробуем сыграть еще разок. Еще разок. Блин. Давай попробуем. Ага, они все вышли, ладно. Это их не было право. Что такое, блин, ну я остался без команды. О, так, это у нас... Выбирает бойца. Правильно, правильно, ребята, давайте выбирайте других бойцов. А может быть и мне выбрать кого-нибудь? Смотри-ка, Ицбон взял. Хм. Вот это, кстати, по-моему, да, каким-то шариком стреляется. Так, выбирает бойца. Блин, может быть и мне выбрать? Так, я готов, короче. Ну, давай, елки-палки, что ты там уснул? Илюша, ё-моё. Илюша, ты время просто тянешь нам, понимаешь? Ты ютубер? Ицбон, да, я маленько есть. Во, смотрите, ребята, как у нас сейчас круто должно быть. Блин, хотел написать есть малька, но не успел. Ладно, я надеюсь, что он поймет. Так, ну что, ребятули, пойдемте. Последний раз сыграем в эту, вот в этой локации, а потом, наверное, возьму что-нибудь другое. Посмотрим, как ребята будут себя чувствовать здесь. Оу, гранатометчик там крут. Иди сюда, робот. Билли или как там величать. Я даже добежать не смог. Меня раскатали, ё-моё. Эль Прима, вот тебе Эль Прима, блин. Давай, Прима, Беломор канал. Пошли, вперед из песни. Слушай, ну крут, крут вот этот чувак. Ага, смотри, что происходит. Давай, 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 Эль Прима этого лови. Черт подери, я его должен поймать. Никаких бомбочек тут. Тина, иди-ка сюда. Хорош там буянить. Блин, мало здоровья, этот еще прицепился ко мне. Медведь, блин, сраный. Я убегаю. Давай, давай, теперь мы их ловим. Че, не понравилось? Пардончи. Вот так, и медвежонка тоже до кучи завалили. Я сматываюсь, ребят, сматываюсь, потому что там за мной бежит Эль Прима. Так, тихо, отходим. Давай вот здесь, вот отсюда я пойду. И вы там их, во-во-во. Иди сюда, робот, блин. Бармен. Да ладно. Так, Тину расколбасили. Ребят, я в ловушке. Я в ловушке. Меня сейчас расстреляют, поверьте. Черт подери. А я завалил. Я, ребята, завалил вражеского Эль Прима только что. Я отбегаю. Че, у нас? У нас 12 геймов уже. Этот пушечку тут спрятал, молодец. Эль Прима, иди отсюда. Давай я его ловлю, ловлю. Ага, поймал. Поймал, как говорится, смерть себе на... Как говорится, на хвост, блин. Или как это назвать, даже не знаю. У меня готов суперудар. Да? А вот так не хочешь? В ответочку. Все, ребята, у нас 17 гемов. Тут уже, извините меня, чистая победа. Время 8 секунд. Надо бомбить их. Минус Тина. Ой-ой-ой, как ты, родной, сюда пришел-то к нам в ловушку-то прям. Ну вот, вот теперь мы сыграли просто на 100%, ребят. Вот этот чувачок мне понравился. Илюшка, молодец, молодец. Твой гранатомет херачил, будь здоров, блин. Так, ну что, теперь я, ребятушки, обещал пойти на другую локу.
Так, что мы тут с вами, что-то накопили, нет? Да, мы с вами накопили. Давайте-ка мы посмотрим, наверное, что у нас тут. Денюжка. Так, очки на Эль Прима. На Була. Ладно, в принципе, ничего такого пока интересного. Ну что, руины храма. Давайте пойдем посмотрим, что у нас тут за руины храма. Награда за поимку. А? Слушайте, а что там у нас? Я вот не помню. Я про сейф уровень помню, когда сейф надо было бомбить. Потом что там? А, за количество убийств. Да, получаешь очков. Чем больше, тем, как говорится, ты выигрываешь. А вот здесь я не знаю. Посмотрим, короче. Ох, 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 ох. Слушай, а у меня что, другая команда? Нет, Избон, Илюша, все нормально. Тут звездочки, все, я понял. Вспомнили, ребят, что здесь надо. Здесь нужно набрать большее количество звезд. Я прячусь, ну его нафиг. Воу. Тину расколбасили. Иди сюда. Иди сюда, хабон. Черт, подери. Не-не-не-не-не-не, так дело не пойдет, я прячусь. Ну, во-во-во, Тиночка. Ты попала, радость моя. Ты попала, ты в курсе, нет? Она, я думаю, в курсе. Да блин, у меня закончилась энергия. Твою ж маковку. Твою ж маковку. А как она, интересно, так бегала, что я по ней не мог попасть? Это не дело, это не дело. Так, Барли или как его там величать, он здесь, вон он бегает. Я его поймаю, я его должен поймать. Пускай он там стреляется, что хочет делает. Ловлю, есть, я его подбил. А может быть и не я подбил, но факт то, что ему хана была. Так, у меня откатился, ой, накопился суперудар. Немножко восстановим здоровье и будем делать прыжок. Блин, да на кого я прыгнул? Медведь этот лохматый, он же и так уже сдох. А вот это ты, конечно, зря, парень, суперудар свой потратил. В принципе, как и я. Ну-ка, иди сюда, Тина. Тина, иди сюда. Во, во-во-во-во, давай вот эту вот бабулю. Или кто там, я не знаю, кто она такая. Хрен тебе, не попадешь. Так, помочь надо нашему Илюшке. Вот так вот. Где они? Давай-ка вот здесь мы с тобой подождем. А сейчас будут бомбить по нам. Так, вот тут бабуля мне не нравится, или кто это? Бабуля, принцесса, кто ты вообще такая? Откуда ты взялась? Нет уж. Нет уж, так не пойдет дело. Стреляет, да, гаденыши? Навскидку, говорит. Как говорится, иди сюда. Минус. Шикандос. Так, этот супер удар потратил свой зря. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй, еле успел уйти. Уходим, 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 уходим. Так, турелька там стоит. Отлично. Так, Тина, пускай подойдет сюда. Я ее быстро нахлобучу. А, у нас уже отсчет времени. Мы, ребят, в любом случае с вами выигрываем. Наверное. Упс, двоих на дорожку зацепил. И победа за нами. Финишим. Отлично. Ну что, наверное, я думаю, еще разочек можно сыграть. Кто это такая? Что это за это? Принцесса, блин. Ух ты. Еще немножко, ребята, у нас 11 ранг. Играть снова. Почему-то не получилось. Так, все у нас тут прибывает, прибывает. И поехали. Еще разок, а потом возьмем, наверное, с вами другой какой-нибудь уровень и поиграем. Что-то тут у меня каких-то два сообщения, я не успел прочитать, ребят. Не обессудьте, если что. Поехали. Ну, давайте так же идеально сыграем, и будет вообще великолепно у нас все. Так, Илюха, куда? Ну зачем ты, Илюш? Не надо так буянить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, высунулся, блин. Ага, я вижу, 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 вижу. Кобру, кобра, блин, кобру хотел поймать. Опа-на, привет. Привет, дуралей. Да что ты? Есть, я его завалил. Вот так вот будет знать, как нервы нам мотать. Слушай, у нас кого-то убили. И они ведут пока по очкам. Так, давай. Слушай, смотри, что они делают. Они просто стреляют, грубо говоря, наугад. Лишь бы куда. Опа-на, я понял. Тут у нас чувак с бомбочками спрятался, да? Или это турель? Это турель, ё-моё. Блин, ребята.
купился на турель какую-то. Как лошпен. И опять же они выигрывают. Где? Да что ты стоишь-то, ёпрасете? Или они в стан вгоняют? Вот здесь меня тогда и развели. Опять то же самое, на гранате, на бомбочке взорвался. Слушай, у них 15 очков уже. Что-то не клеится у нас, ребята, игра. Потому что у них тут тоже стрелки, как мы видим. Вот, смотри, что происходит. Смотри, что происходит. Ну где мои-то все? Я не могу понять. Чё, почему я тут один должен с ними воевать, блин? Этот избон тут вообще стоит, что-то делает. Не идет нифига даже в бой. Блин, Илюша, сейчас тебя убьют. Куда ты прешь-то? Ну, пипец, короче. Тут пипец. Сыграли хуже некуда. Вот что я вам скажу. Ну давай ты, ё-моё, прыгай, делай свой. Ну, нифига не получается. Одному мне не вытянуть. Я в ближний бой туда захожу в кучу, меня просто расстреливают. Мои стоят сзади. Офигеть, вот куда вот он сейчас стреляет, я не понимаю. О-то-то-то-то. Так, ладно, я жду. Да, конечно, хрен тебе. Иди сюда. Ну, тут мы сплавились, ребят, к сожалению. К сожалению. Вроде бы ничего сложного такого нету, но вся проблема в том, что Илюша и, как там, Ицбон стояли сзади. Прятались в кустах, стреляли непонятно куда, из-за этого элементарный был слив. Поэтому я пошел в другой, в другую локу. Блин, подожди, отмена, 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 конечно же. Столкновение. Сори, залагало. Да я смотрю, у вас у всех там залагало, из-за этого мы слились. Но хотя бы я теперь знаю причину. Так, блин, а сюда только вдвоем можно, поэтому придется, ребят, мне, наверное, продолжать играть за поимку. Поехали. Не хочу просто никого здесь обижать, огорчать. Но Ицбон, я насколько смотрю, я как не зайду в игру, в Бравл Старс, он все время там сидит. Он, походу дела, тут живет в этой игре. По-другому я не могу сказать, даже предположить. Опачки. Так, Джос, Донос. Еще там кто-то. Ну что, давайте посмотрим, как сейчас. Ицбон опять залагало. Опять лагает, видимо, у него, да? Так, Барли, иди ты в пень. Надо ловить. Упс, выловил меня, гаденыш. Выловил. Так, Илюша, ты бы мог бы, блин, наугад-то стрелять. В конце-то концов. Тебе какая разница? Тут, ну, правда, ты Опа, на. Я вижу Шелли. Молодец, Ицбончик. Шелли подбил. Опа, на, Булс. Булс. А чё он такой крепкий-то? Нифига он. Фига он мне накатил, и у меня почти здоровья не осталось. Прятался в кустах, гаденыш. Иди сюда, Шелли, иди сюда. Шелли, иди сюда, я тебе говорю. Черт подери. Опа-на, ты понял? Ты понял, где он прячется? Я его, ребята, просек. Вот это ты зря, братишка. Вот это ты зря тут делал свой фокус. Получил, отдуплился. Так, ждем, ждем. Мы пока по очкам ведем, ребят. Ну иди сюда, Джос. Что там делаешь-то? Блин, мне одному-то здесь хреново будет, ребят. Ну! Блин, расписали. Потому что этот хмырь, смотрите, он здесь все время прячется. Надо его брать в расход. Вот здесь вот он. Да-да-да-да-да. Ага, доныкался, гад. А ты че, блин, стреляешь своей фигней? Получил? Минус двоих, ребят, это уже хорошо. Пока у нас очки идут на равных. У меня суперудар есть. И я готов к нему. Ну и что ты там? Давай, 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 давай. Ну, блин, завалит меня или нет? Я должен его подбить, есть. Ну и меня тоже шибанули. Слушай, они по очкам-то ведут. Почему я опять один там нахожусь, а? Кто мне скажет? Илюша, ты вообще будешь играть или нет? Я не могу понять, блин. Или тебя выгонять надо из отряда? Я вот вижу, Ицбон здесь бомбит. А Илюша что-то... Нет, хотя смотрите, он там что-то бомбит, но... Как-то на этот раз у него очень хорошо получается сыграть. Я не говорю, конечно, что я тут супер-пупер игрок, блин. Но тем не менее, я почему-то... Но мне приходится... Опачки, у нас очков-то, ребята, меньше. Смотри, что происходит. Ага, давай попробуем сравнять. Проиграли, что ли?
Да, это благодаря мне проиграли, потому что я приганул, там проиграл и, грубо говоря, им дал фору по очкам. Но все равно, я считаю, что Илюша сыграл как-то не особо здесь. Ну, это мое мнение. Я, конечно, сам не очень хорошо тут сыграл, блин. Но я ближник, ребята, меня надо всегда прикрывать. Всегда, абсолютно прикрывать надо. Я ничего не могу сделать, блин. Если там два стрелка будут, меня просто расписывают. А что вы делаете, я не знаю в этот момент. Где вы там бегаете? Причем у всех ранг 10. Все вообще великолепно. Шелли взяла зачем-то. Точнее, зачем-то Илюша. Не знаю, зачем. Но если у него прокачан... У меня прокачан Эль Прима, очень хорошо. Хотя, мне кажется, надо уже брать действительно кого-нибудь другого и пробовать играть другим персонажем. Так, ага, хрен тебе. Все, постреляли? Ну и достаточно на этом. Так, ребят. Упс, упс. Смотри, что делает, смотри, что делает. Ну-ка. Минус. Блин, сравняли счет. Потому что, ребят, я подбил и меня подбили. Ну я еще раз, опять, Ицбон опять прячется. Почему турельку свою не ставит? Или это у него как суперудар идет? Ну хотя бы тут нормуль расписали, отлично. Так, это тут бросает, и я его ловлю. Попробую поймать. Так, ну что же, пока неплохо. У нас преимущество. Довольно неплохое. Стоим, стоим. Не подставляемся под суперудары, ребята. Я им говорю, как будто они меня слышат, да? Подставился я. Слушайте, может быть, мне вообще не лезть туда? Не давать им фору? А? Просто стоять здесь и все. Пускай они там стреляют. Потому что я, когда погибаю, они за счет этого выигрывают. Ну, и что? Пипец, я офигею сейчас был. Избом вообще слился. Не, ребята, вы извините, но, по-моему, мне придется поменять команду. Такой не вариант. Я опять, наверное, там залагал или еще что-нибудь в этом роде. Турель меня забомбила. Надо нормально играть. Без лагов, без глюков, чтобы все было хорошо. Расписали, к сожалению. Да-да-да-да-да. Опа, вот это хорошо, что ты попал здесь, парень. Отлично, минус. Так, я восстанавливаю здоровье. Смотри-ка, вот этот чувак нехило, он там... Это что такое? Это что за хмырье тут? Все, готов. Отлично, я отхожу. Он опять свой суперудар применяет. Я отхожу, ребят, отхожу. Ловим, ловим, Шелли, лови, блин. Точнее, Илюша, блин. Так, давай этого распишем. Нормуль. Так, вон они вдвоем, да? Вместе с турелькой там сидят. В кустиках спрятались. Но преимущество уже за нами, ребят. Причем довольно хорошее. 35 очков. Вообще шик и блеск. Иди сюда, робот. Я тебе сейчас все мозги-то выправлю, блин. Ну. Есть, победа за нами. Фух, выровнялись. О, смотри-ка, Илюшка даже взял фору. Молодец. Хвалю. Блин, я наберу сегодня 160 очков или нет, а? Так, что у нас тут? Принять. Ну, давай примем. А что это такое? Что это за принятие я сделал? Так, в магазин мне пока не нужно. Давайте-ка вот здесь кое-что глянем. А, да, кстати, ребят, вот у меня новый герой Покка. Но я им не играл. Знаю прекрасно, что он вроде как хиллер. Так, что ты там печатаешь? Ицбон, что ты печатаешь? Добавь в друзья. Я же только что добавил тебя, по-моему. Какое-то соглашение я делал, однозначно. Фух, переведем дыхание. Выпьем стаканчик кока-колы. Как говорится, взбудоражимся. Так, опять принцесса, опять там булс. Ладно. Я буду тихонько действовать. Я буду очень тихо действовать, ребят. Принцесса, иди сюда, иди сюда. Ай, ты радость моя. Ой, как хорошо, что ты здесь встретилась мне на пути. Бул, здорово, братюнь. Ой-ой-ой. Но я его заколбасил. Да, я его поймал, выловил, подбил. Принцесса, иди сюда ко мне. Ать, хорошо-то как. Опа, она, нифига она там. Я не думал, что у нее такой есть суперудар. Практически как у меня. Ой, куда я, ребят, куда я встрял? Бумс. Сейчас меня подобьют.
черт. Вот смотрите, самое удивительное, сколько мы бьем врагов, да? Вроде столько смертей мы сделали, и счет у нас почти равный. Как такое может быть? За счет чего? Смотри, смотри, все в меня бомбят. Ага, хрен там. Хрен вам всем. Не возьмете, гады, меня. Фух, успел, не дал я им форы. Так, постоим здесь, немножко хильнемся. И, как говорится, вперед в бой. Ну, Булс, иди сюда. Я знаю, что здесь у нас стоишь. Только не вижу я тебя. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня поймали. Я, ребята, оплошал здесь. Что там, турель стреляет, да? Ладно, хорошо. Минус. А теперь я еще эту принцессу должен подбить. Блин, подбить, меня подбили. Ёп, красоте. Преимущество теряем. Меня там поймали. Опа, опа, опа. Вот это ты зря, парень. Сейчас тебя тут и похороним. Принцесса, иди сюда. Я не пойду к тебе. Давай, давай, иди сюда. Оп. Привет. Что ты там своими бомбочками? Думает, я за ней побегу. Ага. Слушайте, нет, пока у нас преимущества нет, ребят. Все, я бегу за этой хламонкой. Ну? Да чтоб тебя, блин! Да-да-да, я злой вообще прям не могу, какой злой. Сам на себя, блин. Ой, я чё-то времени пошел. Это плохо, ребят. Ну? Отлично, подбили. Успеем, нет? Давай, 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 давай. Тьфу ты. Подставился опять. А у нас ничья, ребят. 39 на 39. Круто. В первый раз, кстати, ничью вижу. Ну, что же, еще 5 очков и все. И будет хорошо у нас. Так, может быть, нам попробовать с вами ограбление. Дикий Запад у нас открылся, да, по-моему, или что? Награда за поимку. Руины храма. Только создатель команды может чего сделать? Поменять события? А я что, не создатель команды? Дикий Запад, ограбление. Ну ладно, хорошо, поехали на Дикий Запад, ограбление. Это, если я не ошибаюсь, ребят, нужно подбить сейф. Кстати, тоже такое, знаете, событие особенно хитро делают с помощью вот этих турелей, которые выкидывают бомбочки. То есть нужно все время шуршать в кустах, смотреть, потому что по кустикам они, гаденыши, прячутся, понимаете? По кустикам. В кустах можно прятаться от врагов, даже здесь вот русским языком написано. Мне будет здесь очень тяжело. Поехали. Здесь же... О, карта совсем другая, ё-моё. Главное смотреть кусты, ребят, чтобы в кустах они не сидели. Опа, это кто там такой? Что это за чувак там с молотом? Такого я ни разу не видел. Я не видел. Я вот здесь вот буду, ребята, если что, стоять на стрёме. Что это там летит такое? Нифига себе. Слушай, может мне пора выйти отсюда? Из сумрака-то из этого. Да, я, наверное, выйду. Опс, вышел, блин. Хрен тебе, иди сюда. На, нафиг, получил. Так, я должен поймать. Меня заколбасят или нет? Ай! Черт, не хватило чуть-чуть. Ну, мои добили, молодцы. Так, ну самое главное, нужно нам бомбить же сейф. Куда ты идешь, а? Куда ты идешь, гад? Тут куда ты идешь, не спрашивается. Захотел, да? Чепушило, блин. Так, ребят, я пошел, короче, к сейфу. Так, ты не припухли тут, а? Бегать-то, хламонище. С кувалдой. Слушай, они нас атакуют, прессуют по черной программе, поэтому я побежал туда. Как хотите, ребят. Да что за бомбардировка-то? Я не могу никак понять. Иди сюда, дуралей. Минус. И меня прибили. Я не могу понять, откуда эти снаряды летят. Это кто-то применил суперудар? Или это, блин, как сказать, игровое такое? Смотри, этот как настырный идет. По-моему, это вообще как бот. Чего-то не напоминает. Так, этого Франки я должен уничтожить. Смотри, он там идет. Ну нет уж. Так, давай, иди сюда.
Ну, добил. Хрен вам всем. Нет уж. Промах. Промахнулся. Так, ребятули, я должен их подбить. Да чтоб тебе. Ты посмотри, что происходит. Эй. Слушай, мы так проиграем. Тут же проигрывает тот, у кого меньше здоровья на сейфе, да ведь? Ну-ка посмотрим. Да, мы выиграли. У них было меньше здоровья на сейфе. Отлично. Е-е-е. 11 ранг, ребят, я зарабатываю. Круто. Фух, ну что, давайте, наверное, на этом сделаем с вами перерывчик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим. Так что, Илюшка, Ицбон, спасибо вам за компанию. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.